Всем привет! Многим уже знакомы наши этикетки серии «Натурпродукт». Вот такие вот зелененькие. Добавили этикетку «Джин», это новинка. Еще мы немного сделали цветокоррекцию, и новая партия данных этикеток стала выглядеть заметно лучше, чем они были. Кстати, хотел обратить ваше внимание, что все наши этикетки покрыты лаком, поэтому очень долго сохраняют свой внешний вид. Не желтеют и не стираются. Единственное, где отсутствует лак, это текстовое поле, поэтому можно делать надписи даже обычной шариковой ручкой. Специально под эту серию этикеток мы сделали новый колпачок Гуала в стиле домашний продукт в зеленом цвете. Вот такой вот колпачок. Кстати говоря, бутылка Гуала емкостью 0,5 литра снова в наличии. Всем удачи и хороших напитков! И сразу вот еще небольшой анонс. Буквально появились у нас новые бутылки. Это бутылка «Домашний самогон» емкостью 0,2 литра. У нас уже была в ассортименте такая бутылка под колпачок «Камю». В данном случае бутылка с винтовым горлом. Так вот закрываются. Так вот она выглядит. Также подходят полимерные колпачки, которые мы уже вам показывали. Также можно использовать винтовые алюминиевые колпачки. И еще одна бутылка, с которой вы уже знакомы, это бутылка Bell. В данном случае емкостью 0,25 литра.